Я всегда ходил голосовать. То есть это обязанность, мне кажется, гражданская позиция, которая должна быть каждым человеком, который любит свою страну, высказана в такой день. Но мне кажется, все организовано как следует, порядок, никакого ажиотажа. Люди, по-моему, знают, зачем они пришли, что это, в общем, очень важное событие в жизни не только их, но и всей страны. И в той ситуации, в которой сейчас наша страна, нам надо обязательно всем объединяться и отстаивать свою правду. Наша правда превыше всего.